Аккумуляторы Веста – титульный спонсор футбольного клуба «Краснодар». Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Веста. Заряжены на победу. К матчу, наверное, все-таки не к матчу, а к первому тайму. Я бы начал бы с этого. После пропущенного мяча команда, в принципе, перехватила инициативу. Не скажу, что у нас были голевые моменты, но неплохие подходы были. Но, тем не менее, то, что мы пропустили из-за своих ошибок. И не ошибки защитников, а ошибки средней линии. Терять мячи. Мы хорошо разобрали команду «Краснодар». Знали, что команда осуществляет быстрый переход с обороны в атаку. Но, тем не менее, не выполнили. Не выполнили. После 3-0 тяжело было вернуться в игру, хотя ребята, в принципе, не вернулись. Второй тайм, я скажу так, что можно было после первого тайма заканчивать. Могли еще пропустить? Да нет, наверное, Краснодар опытная команда. Играли по счету. Мы им во втором тайме, в принципе, не смогли ничего предложить. Поэтому я бы поделил конкретно игру на две части. И по каждой из этих частей будет отдельная тема для разговора. Ну, я не говорю, что мы там будем там ругать или нет. Нет, я в раздевалке ребятам сказал, что говорю, ну, если хотите, я договорюсь и не выйдем на второй тайм. Они говорят, нет, мы постараемся. Постарались, ну, посмотрим. Ну, такую фору давать команде «Краснодар» – это, конечно, многовато. Поэтому заслуженная победа. То, что мы предвещали, то мы и увидели команды соперника. И они очень здорово сыграли эту игру, а мы не смогли им ничего противопоставить.